Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original, ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, sigan estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos, elijan el idioma. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. ¡Que disfruten del cine ruso! Зачем тебе Крым? Поезжай на Кавказ. В прошлом году мы с женой в Ялте отдыхали. Что со своим самоваром? Только Сочи. Вино, девушки. Чачу, привези. А то нам еще месяц комаров кормить. Приказ пришел. Армейские схроны по лесам. Проверять будем. Всех собирают. Под ноги смотри, дура! Извините, я сейчас все уберу. Ну, каким колхозом их набирают? Черт, у меня сейчас совещание. Весь китель. Чего орешь? На солдат будешь орать. Пойдем. Не умеет работать? Пусть полы моет. Иди, голова давай. Закружилась. Неудобно-то как. Иди, иди. Ну, ты даешь. Хорошо начальство отобедало. А то вмиг бы выгнали. Ой, прихватило. То ничего, а то как потемнеет все в глазах. Так, подруга, рассказывай. Что рассказывать-то? Ты случайно не беременна? Люся. Чего, Люся? Давай, говори. Не бойся, никому не скажу. Душу, вроде месяца полтора как. Завтра к доктору пойду. Так, Сашка знает. Да тише ты. Да что тише? Если бы я была беременна, все бы уже давно знали. Что тише? Ой, в этом-то и дело. Ты смотри, не проболтайся кому. А то вмиг с работы выгонит. Жить-то на что? Это уж как получится. Дети, они от Бога. Плод развивается нормально. Вы здоровая женщина. Идите, живите спокойно и ничего не бойтесь. Через 3 недели ко мне. Договорились? Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. Валь, ну чего? Ну что, все хорошо. Чего хорошо? 6 недель. Какие 6 недель? Срок 6 недель. А ты мне что говорила? Смотри, 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 смотри. Опа. Саш, да ты что, ты с ума сошел? Сколько денег? Мы на что жить-то будем месяц, ты? Для мужика. Че еще надо? Не боись, Галка, вырулим. Я ж тут прикинул, что да как. Огород возьмем, все свое будет. Ты мне только пацана роди. Родишь, уволишься с работы. Дитё растить будешь. Я похлопочу, тебя отпустят. Лаврентий Фомич поможет. Я уже про тебя говорил.
Галка путем будет. Ну, ты там поосторожнее. Ты не переживай, работа-то простая. Я в гараж до вечера. Ага. У нас тоже суббота. Здрасте, Помазан. Помазан, Галина, опаздываешь. Подвезли как королеву. Да, муж. Разрядилась-то. Я в больнице была, я... Ладно, иди к своим. Привет. Если что случится, Коля не переживет. Ну, чего доктор сказал? Работники наркомата, строимся по делам. Встретили буфетчицы. Где мои буфетчицы? Взяли ведра. Грузимся. Грузимся. Галь, седай в кабину. А как же, товарищи? Она не едет с нами. Седай, тебе говорю. Моя фамилия Гордыня. Я работаю машинисткой. Я беременна. Мне нельзя тяжелую работу. Это не ко мне. Пусть товарищи помогут. Отпускают меня. Может, уступите место. Меня в кузове растрясет. Так я... Ну, пойду. Это правильно. Молодец, Галя, она ж не сама. Их уже двое. Запомнится всем нам. Сегодня мы сажаем деревья на будущей улице нашего прекрасного Минска, столицы социалистической Белоруссии. Эти деревья переживут нас, товарищи. И наши дети, и внуки в будущем коммунистическом обществе будут вспоминать нас под сенью деревьев. Вспоминать и гордиться нами. Мы работаем для них, товарищи. Не жалейте сил! Мама, а папа тоже на субботу летит? Конечно. А когда он придет? Завтра. Ой-ой-ой, а я несчастная девчоночка, замуж вышла без любви. Ой-ой-ой, завела себе миллионочка. Ой-ой-ой, муженек ты не бить. А зачем же его полюбила я? Зачем стала целовать? Хоть ешь меня, хоть ешь меня. Шустро у тебя это получается. Так я ж деревья выросли. Ну да. А соседи, смотрю, не торопятся. Откуда эти? Не знаю, судейские, что ли. Слышь? Глубже надо копать, товарищ. Глубже копаем, товарищ! Вот здесь в самый раз. Молодец, товарищ. В каком отделе работаете? Мы вообще-то из наркомата внутренних дел, товарищ. Простите. Почему граница не отмечена? В общем, одно дело делаем. Правда, товарищ? Да, товарищ. Вот. Аккуратно. Галка пришла.
О, штрафную хозяйке за опоздание. Вот гостей созвал. Здрасте. Нашу радость отметить. И сестрица твоя пришла как раз. Как знала. Давай, давай, давай. Так. Стол ты поставь. Давай, 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 давай. Ну что, за сына? За мужика. Да? Дайте обновлю. Саш, ты рано это как-то... Нормально, нормально. Я хоть переоден. Давай к нам. Давай, мы ждем тебя. Ну что, за нашу радость, так сказать. Третий раз уже. Еще раз 30 выпьем. Галка, ты скоро? А? Да я сейчас, сейчас. Это хорошо. Что со мной, доктор? Была небольшая операция. Но теперь все уже позади. Какая операция? Тихо, тихо. Мне больно. А вот это нехорошо. Давайте-ка посмотрим температуру. Вы потеряли плод. А? Выкидыш у вас случился. Тихо, тихо, лежите, лежите спокойно. Было внутреннее кровотечение, так что вы сами едва выжили. Саша знает? Саша? Это муж? Да, он приезжал. Да нет, все нормально. Он где? Кто? Муж? Он уехал. Он забегал буквально на минуту. Куда? Пойду домой. Куда? Домой мне надо. Немедленно ложитесь. Нет, домой надо. Я же просил вас не подниматься. Понимаете, вы бросите, у меня он ребеночка хотел. Я не уберегла, пустите меня. Идемте, идемте, ложитесь. Это что? Это война началась, наверное. Бомбили город, когда я вас оперировал. Так что не думайте сейчас о своем горе. Горе у нас теперь у всех, ох, как много будет. Дайте ко мне папироску, коллега. Скоро прилетят. Откуда вы знаете? Может, их не пустят? Хотелось бы верить. Только эта дамочка убеждает в обратном. Да, интересный случай. Поразительно быстро восстанавливается. Знаете, я служу врачом уже 40 лет. И вот что я вам скажу. У этой дамы не было никаких показаний к выкидышу. Просто высокая чувствительность и только. Но каким-то звериным чутьем организм почувствовал опасность и избавился от плода. То есть вы хотите сказать, что она почувствовала, что будет война? Нет, я не верю, это мистика какая-то. Но это как вам угодно. Только поверьте мне, уже к вечеру она будет стоять твердо на ногах. А может, все-таки выбираться будем? Это не в одном пункте. Наши войска.
наша авиация. Мы допустили нарушение границы, и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией. Что происходит? В отряд самообороны записывают. Новости есть с границы? Плохие новости. Ломит меня страшно. Только я вам этого не говорил. Говорят, нас всех на линию Сталина направят. Николай Петрович. Мария. Здравствуйте. А вы что тут делаете? Думала, вот про мужа хоть что-то узнать. А теперь думаю, может, в ополчение записаться. Давайте зайдем сюда. Есть разговор. Немцы со дня на день войдут в Минск. Обстановка в городе будет крайне сложной и непредсказуемой. В городе нужны будут надежные люди. Те, на кого можно положиться. Думаете, и до того дойдет? Я не думаю. Просто ничего не исключаю. Вы готовы взять на себя такую ответственность? Что я должна делать? Обживаться при новом порядке. Наводить связи. Искать надежных людей. Это на первое время. А там посмотрим по обстановке. Во вторник, через неделю, нет, лучше через две, после 6 часов вечера будьте дома. К вам придет наш человек. У вас, кажется, дети? Сын сейчас со мной, а дочка у мамы в деревне. Отправьте его к ним. У нас мало времени. Я понимаю. А сведений о моем муже нет? Возвращайтесь как можно быстрее. До свидания, Мария. Удачи. До свидания. В прошлый раз налет длился 12 минут. Если и правда немцы пунктуальны... Еще 11 минут. Ровно. Давай!
Сашенька! Галка, господи, слава богу, ты дома. Что же это? Что же теперь будет-то? Дом разбомбили. Какой дом? Наш дом, Гал, наш. Вон как убежали. Больше ничего не осталось. Все горит. Уходить надо. Куда? Из города уходить надо. Начальство все в Москве уже, говорят, давно. Валь, ты моего Сашу не видала? Сашу? А? Так он уехал. Ключи он нам отдал. Когда? Ну, ночью. Как тебя в больницу отвез. Я потом бомбить начала. Что ты сидишь? Что ты сидишь? Давай! Собирай все скорее. Уходить надо, пока опять бомбить не начали. А куда поехал-то? Не сказал? Да что ты, а? Ты не понимаешь, что происходит? Какая разница, что он сейчас сказал? Им может. Им живых-то больше нет. А завтра нас не будет. Мне его найти надо, Валь. Галка, да ведь я из-за тебя только сюда. Хотела в больницу. А у Женьки вон ноги не идут с перепугу. Я без него никуда. Не нужна ты ему. Сказал, сестра твоя дура порожняя. Сколько не лезь, все бестолку. Сказал, что жить с тобой больше не хочет. Куда уехал, сказал? Галька, да ты что? Ты что? Милая, очнись, слышишь? Все бегут. Все бегут, как могут. Немцы со дня на день, говорят, придут. Он или в гараже, или у хозяина. Валюш, это тут недалеко, я ж мигом. Он неплохой, Валь. Он только по первости бешеный. А потом ничего, отходчивый. Ты мне, Валь, только помоги одеться. И с прической, ладно? Здравствуйте, товарищ Архипова. Куда направляетесь? Это я вас хотел спросить. Суд разбомбили. Все горит. Надо выбираться из города. Бежать, что ли? Да. И вам советую сделать то же самое. Бежать не выход. Вы не верите, что скоро все наладится? Вы что ж, газет не читаете? Войны не может быть. Да через неделю все закончится. И вам всем будет стыдно за то, что бросили свой родной город. И мы спросим с вас, с каждого. Мам, пойдем. А почему папа не приехал? Ты же говорил, что он приедет. Его не пустили. Сказали, что он приедет к тебе через неделю. Ну или две. Товарищ лейтенант, я мужа ищу, Александр Терлецкий. У наркома возле товарища Цанамова. В гараже посмотри. Спасибо. Пропусти там ее. Галка, ты чего без вещей? Галя, а я Петю уговариваю за тобой в больницу заехать. Сашка где? Давай, поехали. Последняя машина для личного состава. Всех видят, эвакуируют. Давай. Без Саши, потом у меня сестра, вот она дома осталась. Он к хозяину поехал, садись. Сестру по дороге заберем. Уселись? Едем. Галя, не дури, поехали. Твой Саша про тебя тут такое нес последними словами. Поехали. Thank you.
бабушку, сестренку, а? А когда приедет папа, вы меня заберете? Обязательно. Я его дождусь, и мы вместе приедем. В 12-й квартире зажиточные жили. Да там дверь хрен откроешь. Чего уставилась, тетка? Иди, куда шла. Товарищи, как вам не стыдно? Это ж мародерство. Мародерство. А мы все думали, как это назвать. Вы же советские люди. На страну враги напали. Ага. Чего вы делаете-то, а? Че это она? Агитатор. А? Я там 12-ю скрыл. Шустрим, по-быстрому уходим. Не пущу. А ну давайте, загружайте все. Мама, пойдем. Кась, может, я с ней поговорю? Рот, закрой, тебя не спросила. За дело. Не успел ударить. Не шевелиться. И тут такие гады вылазят. Стенки! Уйди, 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 уйди! Простите, не смотри, Юр. Простите. Не влезают. Товарищ генерал, что делать-то? Боком попробую. Да мы уже и так, и так. Больно большие. Спереди, меня сзади укачивает. Поехали. Пап, а почему та тетя на нас смотрит? Я не знаю. Можем ехать, Лаврентий Шумович. Это не твоя жена разве? Никак нет. Незнакомая мне гражданка. Все, дорогая, поехали. Места в машине все равно нет.
Какая музыка? Фальшивая музыка. Какая музыка? Такое мог создать только Бог. Это написано Богом. И это написано немцем. Мы определенно Богом избранная нация. Я хочу исповедаться. Я хочу исповедаться. Погодите. Я хочу исповедаться. Da gibt es keinen Pfarrer. Священника нет. Церковь без священника. Где же он? Hast du deine Zunge verschluckt? Ты проглотил язык? Im Gefängnis. Арестован. А. Das ist zu dumm. Как не кстати. Wann wurde er denn? Когда? Gestern. Вчера. Wie heißt du? Как тебя зовут? Richard. Richard. Sei nicht traurig, Richard. Не печалься, Рихард. Er besteht die Feuertaufe der Purifikation und verlässt das Lager. Он пройдет через горнило очищения и выйдет из лагеря истинным немцем. Du kannst mir die Ты примешь у меня исповедь. Ich kann nicht. Я не могу. Ich darf. Я не имею права. Die neue Epoche ist Новая эра наступает. Sie gibt dir dieses Recht. Она дает тебе это право. Das neue von Gott auserwählte Deutschland Новая избранная Богом Германия дает тебе это право. Ich war 25 Jahre mit dem Führer befreundet. 25 лет фюрер был моим другом. Ich kannte ihn schon, als er noch ein Niemand war. Я знал его, когда он был никем. И что я получил за свою преданность? Er warf mich vor он швырнул меня, словно кость, своим самодовольным псам Гиммлеру и Борману, glauben, dass sie am glücksten sind. Которые думают, что они умнее всех. Er ließ mich durchs Joch gehen. Он унизил меня. Als ich erfuhr, Когда я узнал, что теща Бормана еврейка, фюрер не сказал ни слова. Когда меня разжаловали в ефрейторы, он промолчал. Когда я хлопнул дверью и вышел из СС, он не заметил. Он сделал вид, что не заметил. Он все знал, но пальцем не пошевелил. Braucht er mich wieder. И теперь я ему понадобился. Ich bin nicht nachtragend. Я не помню зла. Ich werde ihm beweisen, dass er, я докажу своему другу, что у фюрера и Германии есть настоящие друзья. Es gibt diejenigen, welche есть те, кто сделают ее процветание вечным. Ich bitte nur um eins. Я прошу лишь об одном. Не о чем говорить. Все. Здравствуйте. Я русским языком говорю, билеты не продаем, поездов нет, все. Вы начальник станции? Сейчас начнется меня убеждать, чтобы я вас, мальчика, посадил на поезд. Это мой сын, мне необходимо. Здесь одни женщины и дети. Так что все равны, как говорится, полный социализм. Ну, мальчик только 6 лет. Вы представляете, какая давка начнется? А мне очень нужно попасть на поезд. У меня особое задание. Сейчас подадут состав. Последний. Больше поездов у меня нет. Кто влезет, тот влезет. Билеты мы не продаем и места не бронируем. А поезд когда прибудет? Как прибудет, так и подадим. Прошу вас. Спасибо. Товарищ миленький, я извиняюсь. Будьте добренькие, скажите, а поезд когда будет, а? Скоро. Скоро. Спасибо. Здравствуй, ой, подруга. Здорово, а ты как здесь? Села, встать не могу. Погоди-ка, а ты что ж здесь одна, что ли, совсем? А муж-то где твой? Коля воевать сразу ушел. А куда ж ты теперь? Да куда все? Вот ребеночек родится, чем кормить, где жить? Не оставляй меня. Аккуратно.
Ты держись, держись. Варь, ну что, узнал, что? Скоро подадут. Дима, присесть, Сашка. Это кто? Да в марш-бюро у нас работала. Ну что ты, Валь? Она ж беременная. Ну что ж мне надо было, одну оставить? Правильно. Давай, собирай всех. Сердобольные ты наши. Детство собак приманивала, а я потом за ними. Как вы думаете, успею? В дороге рожать страшно. Не дай бог что-нибудь случится. Может, доктора найти? Попроси, чтобы рядом был. Угу. Сиделку с грелкой. Вот ты бы сейчас в таком же положении была. Жень, иди сюда! Поезд едет, поезд! Ева. Валя. Галина. Очень приятно. Угу. Почему не едем? Ой, да куда ехать? Говорят, что немцы Витебск взяли. Витебск? Зачем тогда мы? Лучше тут оставаться. Может, врут? Наверняка врут. Вы не волнуйтесь. Ой, слава богу.
Ты уже взрослый, дальше до бабушки пойдешь без меня, только провожатых найдем. Я без тебя не пойду. Так мне папу надо встретить. Он придет домой, а нас нет. Представляешь, как он расстроится? Я с тобой. Нет, тебя Тамарочка с бабушкой ждут. Извините, пожалуйста, на минуточку. Вы мне не поможете, надо сына к бабушке отвезти. Ну, отвозите, мы тут при чем? Так мне надо в город вернуться срочно. Поищите кого-нибудь еще, нам он своего довезти бы. Вань, погоди. Слышь, тебя как зовут? Юра. Пойдем. Пойдем, сказать. Юра, сейчас. А ты знаешь, где твоя бабушка-то живет? Так в Смолевичах, это недалеко совсем. Вы до вечера доберетесь. Я вам и продукты дам с собой. А мамаша вам моя и ночлег организует, накормит, а? Какие Смолевичи? Это ж нам почти по пути. Мы там хоть переночуем, Валь. Мы же до своих-то все равно до ночи не успеем. Ты дура, что ли, а совсем? Ты до вокзала эту с потом притянул. Теперь дитя чужое. А, Валь. Волокти хочешь. Бабушку зовут Татьяна Мациевич. А Юрка, он парень хороший, он вам хлопот не доставит. Ну, не переживайте, я вашего мальчика доведу. Пойдем. Ты Тамарочку от меня поцелуй. А бабушке скажи, что я приеду к вам скоро. Только вы не вздумайте никуда уходить. Понял? Ну давай, иди. Давай ручку. Спасибо, я вам очень обязана. Бог с вами. Молодцы. Браво. Молодцы. Дети, идите к себе. Они прелестные, а ты чудесная мать. Прекрасно, что ты наконец это заметил. Где ты был ночью? Дела, моя дорогая, великие дела. Я вижу. Эти дела оставили заметный отпечаток. Надо же. Хорошо, что фюрер не заметил. Фюрер. Я живу с фюрером. Он что, принял тебя? Да. Он больше не держит на тебя зла? Нет. Более того, отныне ты первая дама Вайсрутени. А я теперь наместник фюрера в этой стране, так называемой Белоруссии. Где это? Это вновь завоеванные, очень богатые земли на востоке. Наместник фюрера. Ты понимаешь, что это значит? Он не забыл о моих заслугах. И я докажу ему свою верность. А мне? Мне докажешь? Возьмешь нас с собой в Белоруссию, пока я поеду один. Там довольно опасно. Еще не везде установлена наша власть. Это он хочет от тебя избавиться? Или ты от меня? Я должен ехать завтра. Ты приедешь с детьми, когда я буду абсолютно уверен, что вам не грозит опасность. Mm-hmm.
Мне что, да тут она поклала-то, а сил больше нет. Валь, да не бубни, ты положил то, что ты велела. К матери надо идти. Там отсидимся. Витебск надо. Сашку надо отыскать. Терлецкий твой давно с наркому твоему свистел. Не дойдем жрать, короче. Валь, ну что ты ноешь-то? Вон Женька малую, и то идет молчит. Прощения просим, вы не позволите, а вещи к вам положить. Никола, погоняй, что прячешься? Куркули проклятые. Мама, мне не трудно, давай я буду помогать. Ну, хотите, и позвольте к вам посадить, а? Они мне люстерка побьют, вы что? Они у вас не интересны, дышат, что ли я? Да Никола, какие они у нас? Вы что, он еле идут. Вы что, запись, что? Ослабли совсем. Ну что, погоняй быстренько. Пойдем исправить. А ну, жми! Ты что, потом скажешь, что у тебя что-то еще твое было? А ну, прими. Ну, лярва. Там бабушка живет. А? Там бабушка живет. Валь! Стерва! Смолевича. Дойдешь сам? Да куда дойдет? Ты что? Надо бы из рук в руки. Мать просила. Мать просила. Мать говорила, деревня по дороге, она вон где. На вечер надо до реки добраться, переправиться. Все так говорят. Валь, может, завтра? А как не примут нас, а? Да что не примут-то? Примут. Примут. Не примут, мы на сеновале переночуем. Ну, все не в чистом поле. Пойдем, Валь. Пойдем. Давай, ручку.